Йоу, всем привет, это программа «Сколько дашь?», с вами Ваня Дмитриенко, и сегодня я буду угадывать, сколько лет молодым и не очень исполнителям. Не лето. Мой брат, 25. 28. Даня Милохин. Блин, вроде бы знаю. 17. 19. Так, Егор Крид. Ну, хоть одного ты должен угадать. 23. 26! Джонни. Как бы не обидеть. 27. 24. Блин. Он что, он младше Егора Крида? LJ. Да я все, я все разочарован. Сколько ему? Ему 40 лет может быть. 24 года, я скажу. 26 лет. Хорошо. Клава Кока. Родная, прости, если что. Скорее всего, но мне кажется, 22 года ей. 24. Ну, выглядит на 18 вообще. Настя Ивлеева. 25. 29? Она старше? Ничего себе. Тимати. 42. Инстасамка. 19. 20. Это считайте, я просто всем здесь комплименты делаю. Фараон. 23. 23? Я хотел написать 24. Оля Буйкова. Не, ну тут, если я ошибусь, все. Филит а-ля комедия. 37. 35. Капец, Оля, прости, я такой урод. Алишер? Ему вообще 22, по-моему. 22, наконец-то! Жалко, что Алишер, ну ладно. Ну вот и все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, угадывайте, сколько лет мне, потому что мало, оказывается, кто об этом знает. С вами был Ваня Дмитриенко, TNT Music, я вас люблю.